Так, сегодня 7 февраля 2016 года. Это у нас групповой турнир. Играет Ваня Гуков и Даня Митин. 6-6. Решающее очко. Кто из них выйдет вперед? Можно сказать, битва за первое место практически. Да, это теннис. Три мяча мог проиграть Ваня. Последние три мяча выиграл. Это надо же такому быть. Так, ну Ваня вырвал победу в сумасшедшем матче. Идем смотреть, что у нас получится. Вы видели? Дань, тебе два раза боженька не помог. Криво мячи отскочили, да? Нет, сейчас луч солнца прямо. А, луч солнца светанул не вовремя. Это же Бог. Это же солнце. Что же ты думал? Это же не просто так. Так, ну давайте смотреть. Ваня в битве за пятое место. Ваня с Настей встретились. Разыгрывается решающее очко. Счет 6-6. Последнее очко. Поехали. Аут! Чудеса! С четверного матчбола ушел Ваня. 6-3 проигрывал. Пожмите руки, Настюш. А? Как это произошло? Как тебе, Настя, как ты оцениваешь бойца? Молодец. Молодец. Вань, а расскажи, как это можно? Один мяч остался до проигрыша 6-3 и выиграть 7-6. Как это? Что ты себе сказал в этот момент? Я проиграю и выиграю. Я проиграю и выиграю? Спасибо. Я проиграю, но выиграю. Я проиграю, но выиграю, да? Но нет, выиграл. Ты сказал, что я проиграю. Это в этом секрет. Надо сказать, что я проиграю, да? Ну, про себя. Только не вслух. Вслух нельзя говорить, да, правильно? Да, если скажешь, я выиграю, то я проиграю, даже если вслух. Грамотно. Слушай, это вас тренер так научил? Нет. Сам догадался? Классно. Сам нельзя говорить, голов не перепрыгнул. Точно. Идет битва за третье место, за призовое. Уже не знаю, сколько времени играют игроки. Очень много. Чего много? Долго играют. Мячик. Какой у нас счет? 0-5. Ты ведешь? Ага. Ваня, выдохся на тех. Вань, 0-5 это еще не поражение. Давай, давай, Миша. Пять и один. Переход. Миша, иди теперь на плохую сторону. Вань, ты теперь выходишь на удобную сторону. Понял? Тебе ошибаться уже нельзя. Иначе профукаешь свое место. Поехали. Это песня, как Света играет вместе с Мишей. Разговоры, конечно, есть вопросы. Вы снимаете? Ну что ты больше? На Света, посмотри на Свету. Счет 5-2. Миш, не думай, что запас в теннисе есть. Запаса нету. Ваня, молодец, два мяча отыграл. Вы уже начали? Лично. Счет? 0-4. Там было 0-5. Какой счет? Только что было 3-2. Или какие 3-2? Только что. Ты сам сказал. Ребята, вы что, во что вы играете? Я не знаю. Она у меня еще не забрала, я дочка.
Так, ребят, а вы объявляете счет. Смотри, подождите, подождите. Вы, я так понял, что вы самые обученные ребята в спорах. Вы самые крутые в спорах. Вань, не мешайся, да. И вы, как говорится, всегда за свое стоите. Мне вообще трудно понять, что тут у вас происходит, ребята. Поэтому сейчас вы будете просто переигрывать матч при такой истории. Понятно? Битва продолжается. Не знаю, какой счет. Счет! 6-3. Ваня, все, дошли до точки, смотри. Тот за пятое место, Ваня выиграл. Со счета 6-3 он проиграл. Понятно? Он Настю обыграл. Так что... Так. Да, смотри. Тагир, смотри там линию, попадает или нет, внимательней. Соня, он уже не кусается, не бойся. Я ему зубки по это расшатал. Сейчас на теме конфеты. Ага. Так, тишина. 3-6, третье место. Четыре, шесть. Дальше. Битва продолжается. 4-6. Вань, только не мешай. Так, поехали. Свершилось, разыграли очень здорово третье место, чуть-чуть не догнал Ваня, Мишу пожали судье. Ванюш, молодец. Но знаешь что, Миша, пойди пожми руку еще тем, кто Ваню так вымотал. Ты, у него такие матчи были тяжелые, у него уже сил не хватило, бывает такое, тренируем ручки-ножки. Финал, 7 февраля 2016 года, играет Соня Дейнеко и Даниил Митин. Даня ведет этот тайбрейк, ведет со счетом 5-2. Ему два мяча досталось до победы. Это битва за первое место. Они в группах выиграли первые места. 5-3. Еще раз, Сонь. Еще. 3-5. Аут. 5-4, Даня впереди. 5-4, напряжение растет. Мяч можно было брать по 5. 5-5. Пять, шесть, пять. Аут. Сошлись. Поздравили. Да, ребята, молодцы. Это очень интересный финал. Драматик, в глаз что-то попало, да, Дань? Бывает. Да, Соня, потерпела, да? Как тебя тут мамесили? Ну, Даня, пока глаз прочистит, ты пару слов скажи. Ты уже верила 5-2, ты проигрывала? Что-то может еще быть. Нет, я знаю. Ты помнишь этот момент, ты 5-2 проигрывала? Я начала отступать, как бы нельзя, а я начала. Стала внимательно играть. Да. Дань, подойди сюда, Дань.
Вот, послушай, Соня, да можно закрытым глазом слушать. Слушай, Соня, при счете 5-2, что Соня думала? Я думала, что отступать уже больше нельзя, и больше все равно не будет. Да, очень опасный счет. 5-2, вот сюда, встаньте. 5-2, казалось бы, вот близко, но на самом деле соперник в это, при этом счете его приперло. Он становится очень внимательно играть, а ты начинаешь чуть-чуть, ну не только ты, это все. Тут у нас трое слетели со счета 6-3, проиграли, ну, несколько раз, понятно? Дань, классно играл, даже Соня больше в защите была, Даня тактически очень хорошо раскладывал мячи. По тактике Данька у нас тут явно сейчас лидирует. Соня перетерпела. Сейчас посмотрим, что у нас. Так, сегодня состоялся супер-турнир. Супер, потому что тренер очень доволен, как игры проходили. 7 февраля 2016 года. Никто без слез не ушел. Да, я видел на каждом лице недовольство, на ком-то... Ты от кого прячешься, Артур? Ну-ка, маску сними, мы тебя все равно узнали в гриме. И ты тоже, Вань. Значит, мы впервые сыграли смешанной по смешанной системе. У нас было два турнира с решающим... Ой, не с решающим. Два турнира по 4 команды. Ой, да, по 4 игрока в турнире. Верхняя сетка и нижняя. Вот, у кого телефоны есть, могут сфотографировать потом. И потом стыковые матчи. Первые с первыми играли, вторые со вторыми. В одной сетке у нас все разобрались вроде как-то спокойно. Это кто там? Соня, да? В твоей сетке. Все спокойно было, да? Ты первое место заняла. Все разобрались там по очкам. И у нас в другой сетке, где и были Ваня, Даня и Настя, жуткая была история. Там все набрали по 2 очка. Ну, конечно, у нас был мальчик один для тренировки. Он хорошо себя проявил и даже чуть было не вздул одного парнишку. Вот, но тот хорошо ему подыграл, добавил ему уверенности. У нас сложилась ситуация по 2 очка у каждого было. Посмотрели, как они друг с другом сыграли, и лучше всех было у Дани. 13 с плюсом. 12 было у Вани Гукова и 11 у Насти. Соответственно, Данила играл за первое место с Соней. Ваня играл за второе место с Мишей. Тоже очень... А? За третье, пардон, да. Второе место, первое... А за 5-е место у нас была очень интересная битва, потому что Ваня Широких отыгрался со счета 6-3 и на решающем очке выиграл 5-е место. За 7-е место, ну, у нас тут была тоже со слезами какая-то битва. Да, значит, 7-е место, 8-е место заслуженное взял у нас Артур Салямов. Так начинается поход к вершинам тенниса. Иди сюда, дорогой, иди ко мне. Ты имеешь право первый выбрать сладкий приз. Засовывай сюда руку. Одну, но не больше. Вытащил? Иди, радуйся жизни, с папой поделишься. Так, классное 7-е место завоевал солнечный зайчик, оранжевый мальчик Богдан Корякин. Иди сюда. Поход к вершинам тенниса начинается через мой карман. Одна конфета твоя. Но, не рыться там. Они все... Достал мобильник, награждается мобильником. Свободен. Давай, живей. Прекрасно, прекрасно. Все было классно. Я, пожалуй, перепрячу. Тиха украинская ночь, но сало мы перепрячем. Это 7-е. За 5-е, 6-е очень драматично бились Настя с Ваней. Настюша, иди сюда. Ну, не будем тебя смущать, по карманам таскать. Да, выбери сама. Ну, бери.
Спасибо. Насте вообще огромное спасибо. Она хоть девочка и в последнем классе, но по уровню развития такая же, как и наши малыши. Теннисного развития. Но сейчас мы здесь мы увидели, как она во время турнира мы растем. Все заметили? В первом она еще смущалась. Ну, конечно, с таким монстром, как Даниил Митин, ну, каждый струхнет. Вот. Ну, Настя билась, потом, да, потом еще устроила очень жесткую игру с Ваней Гуковым. Это вообще признана лучшая игра турнира, а у них меньше 50 ударов не было. Ваня был в атаке, Настя защищалась успешно. Значит, мы разыграли пятое, а вот еще мальчик идет, который ждал конфету. Это Ваня Широких, иди сюда. Он не хотел быть Иваном, он хотел быть Ваней еще. Будь, оставайся подольше Ваней, пользуйся этим. На, можешь порыться. Да, чуть-чуть счастья. Поехали. Теперь у нас мальчик, который занял четвертое место, но проявил себя просто чудным образом. Самой плохой техникой. С невероятно вычурными ударами. Я шучу, самая плохая. У всех классная техника. Самой необычной техникой. Играя с живота. Несмотря на все это, он чуть было всех не порвал. Но чего-то не хватило. И иди сюда, Ваня. Доставай, что на тебя смотрит. Все, счастье пошло. А и вот они... Счастливые обладатели призов. Я думаю, самая счастливая здесь у нас мама Миши. Как она прыгала во время матча, это отдельная история. Она все движения Миши повторяла. И он думал, что такое, почему я так классно играю? Что у меня все получается? А я не понимал, что за ниточки дергали у него тут. Мама дергала за ниточки. Миша, да, тебе, Миша, немножко, конечно, повезло, потому что Ваня Гуков непростой соперник, но его вымучили... В этой, в группе. Он был настолько измученный, ты быстро оторвался со счета 5-2, но чуть было не продул. Конечный счет 7-4. Так, и иди сюда. Зайчик, тебе ты не будешь выбирать, поскольку у нас, да, призы должны чем-то выделяться. Я не знаю, хватит ли нам конфет для первых. Не знаю. Просто я не в курсе. Ты у нас третья, последняя. Иди, ты все победила. Тебе что останется? Ребята, но я вас хочу обрадовать. Сникерсы разобрали лузеры. А победителям, виннерсам, твиксы, палочка одна. Да, но не только всем. Так, но зато у нас круче тут. Значит, ну что, все мы не будем раздавать. Иди сюда, Дань. Тебе тоже два хватит, да? Ты получил бы три, если бы ты со счета 5-2 ухатал бы Соню. Еще ни одному не удавалось со счета 5-2 Соню обыграть. Она включает акселерацию, добавляет внимание и прет прямым ходом вперед. Держи, зайчик. Тебе три. Так, ребята, а это победителю в спринте. Сейчас будет у нас спринт. Самый быстрый мальчик. Соня. Мам! Задний ход. Правильно, да. Вот Ваня. Так, стоп. Стоим всем. Теперь общая фотка. Встали для фотки.